Ладно. Один комментарий. Громких слов не буду говорить. Ребята, слишком быстро все распространяется по интернету. Не был к этому готов, если честно. Кто-то уже за меня рад, кто-то меня осуждает. Смотрите, не скрывал того факта, что общаюсь с девушками, хожу на свидания, провожу время так, как мне хочется, потому что я свободный мужчина. На данный момент действительно есть общение с девушкой, которая мне симпатична, интересна, но говорить каких-то громких слов, забегать наперед точно пока не стоит. Буду с вами делиться информацией, расскажу обязательно, не переживайте.